Перед экономическим форумом нельзя ставить задачу немедленно совершить революцию. А вот революцию в умах, среди многих инструментов нашего с вами, нашей с вами попытки воздействовать на людей, мы пытаемся делать. Значит, этим занимается Московский экономический форум, и Свободная пресса, и много-много кто еще. Значит, революция в умах идет ли быстрее, чем целенаправленное оболванивание, действующее в противовес нашим усилиям? Большой вопрос. Мы здесь не занимались этим исследованием. Пытаемся ли мы вызвать революцию масс? Но не для того проводятся форумы в МГУ. Форумы МГУ проводятся для того, чтобы когда завтра возникнет трещина между властью и обществом, или трещина внутри самой власти, чтобы был какой-то сплоченный костяк и интеллектуалов, и преподавателей-педагогов, и людей из реального сектора экономики, и даже, в общем, людей с опытом госуправления, которые могли бы вместе, воедино понимая, что нужно делать, начать делать. Но до тех пор, пока не возникнет эта трещина, мы можем только обсуждать и сверять позиции.